На сторонах равновидного треугольника, то есть у нас здесь вот есть А, Б, равно С, взяли так точки, что отрезок АМ, не знаю, как это рисовать, оказался равным отрезку СК, но при этом прямая КМ оказалась не параллельна прямой АС. Докажите, что такое бывает. То есть нарисуйте картинку, когда треугольник равноведренный, точки, вот если вы точки КМ взять на одном уровне, то проблем бы никаких не было, понимаете? Вот. А вот оказывается, иногда можно так, что отрезок АМ равен отрезку СК, но при этом прямая КМ не параллельна основанию треугольника. Это совсем просто. А? Это вот и здесь тоже прямо. Вот, вот, вот. Да. И это будет одну минуту. Ура! Молодец, спасибо. Давайте, давайте я еще раз нарисую. Господа, смотрите. Когда, даже не обязательно правильный треугольник. Когда у вас есть треугольник, может оказаться, что вы взяли две точки на одном расстоянии от перпендикуляра. Согласны? Да. Отлично. Здесь то же самое. Вы берете перпендикуляр и две точки. Но смотрите, господа, вот этот отрезок равен этому. Угу. Понимаете? И, конечно, когда вы проведете вот такой отрезок, он равен, да, ну просто по симметрии. Все три равны. Ну, если вот это соединение, то даже все четыре равны, да? Вот. Но при этом, конечно, вот эта прямая не параллельна основанию.